Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители, подписчики канала. Сегодня мы сделаем то, что я хотел сделать уже очень давно. Мы разберем Yota 3+, посмотрим, как она разбирается, как она устроена внутри, и сравним ее внутренности с Yota Phone 2. Это именно 3+, оригинальная Yota 3+, из Гонконга, о чем может свидетельствовать вот эта вот инструкция с надписью Yota 3+. Это не перепрошитая Yota 3. Первым делом я удаляю стандартный чехол из коробки и достаю лоток с сим-картами. Так, два слова о том, чем я буду разбирать телефон. Это вот такой вот набор. Здесь содержатся абсолютно все виды бит, которые могут быть необходимы для разборки электроники. Здесь два вида лопаточек, отвертки, пинцет, присосочка. Этот набор я купил на рынке возле метро Удельная, но туда он приехал с AliExpress, где огромное количество вариантов подобных наборов. Если вам это нужно, можете заказать себе такой же. Начнем мы с того, что выкрутим два маленьких винтика, которые находятся слева и справа от гнезда USB Type-C. Для этого нам понадобится вот такая вот отвертка. Это пятиконечная звездочка размером 0,8. Далее пока отложим отвертку в сторону. Далее, когда винты отвинчены, нам нужно отщелкнуть передний экран. Задний экран здесь выполнен вместе с металлической рамочкой, а передний экран в него защелкивается. Так, ну, делать это присоской, как в случае с айфоном, абсолютно бесполезно. Присоска просто отлипает. Поэтому я отложу присоску в сторону и попробую сделать это вот такой вот китайской ковырялочкой. Просуну ее вот сюда вот в щель и буду стараться аккуратно вытащить экран. Ну вот, при помощи китайской ковырялки я уже сделал небольшую щель между корпусом и экраном, и теперь, пользуясь вот таким инструментом, я аккуратненько пройдусь по периметру и отщелкну защелочки. Ребята, экран сидит очень туго, поэтому будьте осторожнее, чтобы ничего не сломать. Ну вот, раздался первый щелчок. Похоже, корпус начал подаваться. Это очень хорошо. Второй щелчок, третий щелчок. Теперь пойдем в другую сторону. Есть. Максимально аккуратно отщелкнул все защелки по корпусу, и экран отошел. Как видите, задний экран присоединен всего лишь одним шлейфом. Здесь надо быть очень аккуратным, чтобы его не повредить. Как вы можете видеть, разъем шлейфа прикрыт такой металлической пластинкой, как это сделано на айфонах. И чтобы отсоединить шлейф заднего экрана, я аккуратненько крестовой отверточкой откручу винтики и сниму эту пластинку металлическую. Крестик вполне подойдет размером 1,5. Обратите внимание, что средний винтик прикрыт пломбой, то есть сейчас, когда я его сниму, я потеряю гарантию магазина в Гонконге на этот смартфон, но поскольку Yota Devices, похоже, умерла окончательно, то я не очень верю в то, что эта гарантия вообще возможно будет реализовать, поэтому я смело снимаю этот винтик вместе с пломбой. Так, защитная пластинка откручена, и очень-очень аккуратно я ее убираю вот сюда. И первым делом я отсоединю шлейф заднего экрана. Есть. Передний экран пока мы положим вот сюда вот и рассмотрим, как же у нас устроен E-Ink-экран. Здесь, как мы видим, экран выполнен вместе с рамочкой металлической, одним модулем. И в этом первое большое отличие от того, как был устроен Yota Phone 2.
Здесь, как мы видим, задний экран выполнен без рамочки отдельно, а рамочка со всей начинкой выполнена в сборе с передним экраном. Так, обратим внимание вот на этот вот маленький чип. Этот чип называется Synaptrix S32028. И это чип, который управляет тачскрином. Это тач-чип. Такой же чип можно встретить на огромном количестве разных других моделей телефонов. И вот в данном случае он выполнен именно здесь. Второй интересный момент, который мы здесь видим, это вот этот вот маленький чипчик. Этот чип называется MX25U4033E, производство Macronix. Это чип памяти. Я могу предположить, что этот чип содержит драйверы для управления eInk-экраном карта. Теперь ненадолго обратим внимание на задний экран от Yotafone 2, чтобы понять, что же изменилось в конструкции. Так, здесь мы видим один шлейф, на котором расположен чип. Это точно такой же чип, как и здесь. Это MX25U4033E. Предположение, для чего он нужен, я уже высказал. Я думаю, что здесь находятся драйверы. Если ошибаюсь, можете поправить меня в комментариях. И далее, здесь есть второй шлейф, на котором находится вот такой чип. Этот чип называется CYTMA545-48LQI. Это тач-чип для вот этого экрана. То есть, как мы видим, в третьей модели тач-чип уже стал другим, и у него нет отдельного шлейфа, как было у Yotafone 2. Это первое отличие. И далее, два основных и существенных отличия. Это наличие антенны NFC вот здесь, с двумя контактами, которые присоединяются к материнской плате, и вот здесь вот катушка быстрой зарядки, в которой тоже есть два контакта, которые присоединяются к материнской плате. Как видите, здесь нет ни NFC, ни быстрой зарядки, но место есть. Если бы производитель захотел, он бы мог бы здесь это разместить. Если вас интересует, как разобрать Yotafone 2, на моем канале есть видео об этом. Вот здесь в углу сейчас появится подсказка. Смотрите, там все подробно. Теперь посмотрим на материнскую плату Yotafone 2. Как видите, здесь около разъема батарейки есть два контакта на беспроводную зарядку. И вот здесь вот два таких же контакта, которые подключаются к антенне NFC. На материнской плате нашей Yota 3 Plus мы ничего подобного не видим. То есть, если производитель когда-нибудь решил бы оснастить этот смартфон беспроводной зарядкой NFC, ему пришлось бы переделать не только модуль заднего экрана, но и заменить материнскую плату. Вот, как видите, батареечки очень похожи, обе серенькие, с желтым скотчем по краям. И сейчас я отсоединю разъем шлейфа батарейки. Это нужно сделать обязательно. Далее я хочу обратить ваше внимание на ту емкость, которая указана сверху на батарейке. Как вы можете видеть, здесь написано 3280 мАч. То есть реально емкость 3280, а не 3300, как указано в характеристиках на сайте продавца. Так, далее я отсоединю камеру. Вот она, камера на 13 мегапикселей основная, у нее есть автофокус. Мы ее пока положим вот сюда. Дальше я отсоединю остальные разъемы и сниму материнскую плату. Надо делать все как можно более аккуратно, чтобы потом телефон после сборки заработал. Здесь у нас вот антенна. Тоже ее снимаем. Вот здесь вот шлейф, который ведет к боковым кнопкам управления, он немножко приклеен к плате, надо его очень осторожно отклеить. Дальше я просто откручиваю все винтики крестовой отверткой. Все, плата вынимается очень и очень легко. Здесь мы видим следы термопасты, которые остались на корпусе. Итак, снимать эту медную наклейку я не вижу никакого смысла, поэтому давайте просто посмотрим другую сторону. Здесь у нас фронтальная камера на 13 мегапикселей без автофокуса и два вот таких вот больших чипа. Первый чип, вот этот вот большой, называется Qualcomm MSM8953. Это чип Snapdragon 625 и графики Adreno 506. Далее смотрим вот этот чип, если надписи видно хорошо, если не видно, я сейчас прочитаю. Он называется KMRC10014M-B809. Это чип производства Samsung, и это чип памяти. Здесь у нас в этом чипе находится 64 гигабайта встроенной памяти и 4 гига оперативки.
Так, и рядом находится вот такой вот маленький чип, который тоже вымазан термопастой, как видите. Невооруженным глазом тяжело прочитать, как он называется, но я прочитал. Это чип Qualcomm PMI-8952. Это чип, отвечающий за питание, то есть это контроллер питания. Так, вот последняя квадратная микросхемка, она называется 358762G, еще много разных цифр, со словом Japan. Что это за чип, я не смог найти информацию. Может быть, если вы знаете, напишите в комментариях, буду вам благодарен, думаю, всем будет интересно. Батарейку я не буду снимать по понятным причинам, она приклеена очень надежно, если я буду ее ковырять, я могу ее помять или повредить, пусть она будет на месте. Откручу винтики на крышке нижней платы и посмотрим, что там внутри. Здесь, обратите внимание, тоже есть запломбированный винтик, вот такой вот, его сразу очень тяжело заметить, но именно он держит весь модуль, не дает его снять, когда все остальные винтики уже откручены. Так, вот. Сама нижняя крышка не представляет из себя ничего особенного, кроме того, что в нее интегрирован динамик. Вот он. Два металлических контакта, которые соединяют его с нижней платой. Ну что же, я думаю, дальше я не полезу, я уже увидел достаточно, я думаю, вы тоже. Смысла снимать нижнюю плату нет никакого. Сейчас я соберу телефон в обратном порядке и проверю его работоспособность. Обратите внимание, что сверху здесь не защелки, такие вот штырики, как у Yotafone 2. Поэтому при соединении заднего экрана переднему надо начинать с верхней части, вот так вот. Потом уже защелкивать защелки по бокам. Так, ну что, телефон включается нормально, тач работает отлично. Кнопки тоже работают. Задний экран тоже работает нормально. Ну что же, на этом у меня все. Спасибо вам за внимание. Если это видео было вам интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго!